Взрыв в Найроби произошел за час до визита госсекретаря США. Растущая угроза со стороны исламистов – одна из тем переговоров Хиллари Клинтон в Кении. Глава Госдепа уже встретилась с президентом Вае Кибаки. Этот визит Клинтон является частью 11-дневного турне по странам Африки. Путешествие госсекретаря по Черному континенту продлится по 10 августа. В программе африканского турне – Сенегал, Уганда, Малави, Южноафриканская республика. Кроме того, Клинтон побывала в Южном Судане, который отметил в июле первую годовщину независимости. На встрече с президентом Кении мы долго и конструктивно обсуждали главные вопросы, в частности, предстоящие выборы, вопросы региональной безопасности и ситуацию в Сомали. Я с нетерпением жду.